Ну, вот некоторые секретики такие из краниосакральной терапии. Есть разные школы, там тибетская, там, да, какие-то еще, ну, краниосакральную терапию, это вот американцы все под себя там набрали со всего мира. И есть криотерапии такие, да, термины. Все они сводятся к тому, что сакрум – это крестец, да, кранио – это родничок, да. Вот между ними есть кожух, в котором находится спиной мозг плюс головной мозг, да. Там течет жидкость ликвор. У нее есть определенная пульсация. Она какой-то очередностью вот пульсирует вверх, вниз. Ну, по разным схемам говорят, кто-то раз в 2 минуты, да, идет сюда наплыв, потом оттуда наплыв. Кто-то говорит 20 минут, кто-то говорит полдня. За полдня она сюда перетекает, потом обратно. Таким образом, все настраивая микроциркуляцию давления в черепном мозге и в спинном мозге. Так вот, криотерапия, она как делает? Кладем сюда кусочек льда из холодильника, да? Сюда кусочек льда. Вот на БЗО большое затылочное отверстие. И можем сюда кусочек льда положить, да? Ну, как бы прикрываем их чем-то, чтобы они... Как примочки, да? И 10-15 минут лежим. Оно само работает, само настраивается. При обливании холодной водой, а я вот на самом деле с детства, где-то там с 14 лет обливаюсь холодной водой, можно обливаться, ну, контрастным душем, да? Ну, может просто один раз. Может даже просто под душем. То есть зона, на которую нам нужно обязательно попасть водой. Ну, во-первых, это плечи, да, и целиком всю спину облить. Второе, это тыльная сторона руки, вот эта часть, да, чтобы вы не болели. Третье, это обязательно анус, надо полить водой. И четвертое правило, это обязательно струйку холодной воды с макушки вот так вот спустить по центру позвоночника, именно вот туда, до копчика, прям туда вот, все это холодной водой промыть. По идее, когда, ну, в разных странах разные культуры есть, да, и многие как бы об этом догадываются, почему и как все это происходит. Вот, например, в хамаме, когда вы приходите в хамаме, лежите на горячих вот этих вот плитах, да, там, по идее, должен быть мастер, либо еще один человек, который поливает вас холодной водой время от времени, да. Там же долго находишься, минут 40, по идее, ну, по-настоящему находиться в хамаме. Вот он, по идее, тоже должен так пролить струйкой воды холодной, именно вот от макушки, и вот так вот пройтись по позвоночнику вниз. И именно сверху вниз, сверху вниз. Таким образом, мы получаем дополнительный поток энергии. У нас энергия кундалини как идет? Обычно попадает снизу, да, и выходит вверх. Но она же может обратно течь. То есть вот тут мы запускаем еще обратный ход. И человек сразу, знаете, трезвеет, как бы оздоравливается, у него такой сразу эффект такой бодрости появляется, понимаете, глаза открываются сразу. То есть вот такие вот мгновенные эффекты ловите как лайфхак, используйте, пожалуйста, для самих себя, да? Будешь использовать? Обязательно. Ну вот, ну и пробуйте, экспериментируйте. А еще в следующем видеоролике еще кое-что расскажу интересное.